Что он сказал, что чувствует, что забьет. Бывает, что не идет, ничего страшного. Я думаю, что следующий игр удачный получается. А вот момент забитый в пятницу был, не толкал этого протеряли? Знаете, пока насчет этого не разговаривали, как бы не хочется оправдываться именно этим моментом, говорить, что судья повлиял на результат. Мы сами допустили, в принципе, в первом тайме много ошибок, и за это нас наказали. Но все равно, наверное, еще бы себе наиграли, потому что была штанга, и это не пятого. Старались, было видно, что все ребята за результат, за страну. К сожалению, так бывает. В прошлом отборочном чемпионате мира мы точно так же проиграли в Черногории, если вы помните, тоже они закрылись, поймали нас где-то на контратаке, забили мяч обратно и обратно поранялись. Ну, ничего страшного, еще есть у нас 9 игр, и будем работать. Пока еще ничего, в принципе, не потеряно. Можно будет походить уже, добывать 3 очка. Судя по тому, что как радовались мраки после матча, они явно не ожидали. Ну, видно явно, что как бы их устроит и ничья. А какой-то 3 очка будет. Я почему сегодня больше ранее?